При покупке квартиры вы можете знать ее планировку, на каком она этаже и куда выходят окна. Но кто ваши соседи, вы предугадать не можете. О, бабуля, антидецибюля! Громковато. Но мы... Слишком громко. Но мы... Тише. Но мы... Еще тише. Хорошо. До свидания. До свидания, Ольга Викторовна. Ну, это был самый простой сосед. Но мы попробуем познакомиться с другими. Человек-оркестр! Эй, сосед, заходи, я как раз новую партию выучил. Зацени. Король вечеринки! О, сосед, сосед, зацени, зацени трек! Кошатник! Я их мало кормлю. Они так-то все добрые. Если вы найдете Мусю, пожалуйста, скажите мне, а то я потерял свою 20-ю кошку. Да все, хватит, успокойся. Так, Люба, Люба, солнышко мое, где пельмени? Счастливая пара. Где пельмени? Где мои пельмени? Ну ты что, думаешь, что получится? Пельмени мне нужны. Пельмени, 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 пельмени. Вы кто такие? Отшельник. Я вас не звал. Идите гуляйте. Вечный ремонтер. Дочки матери. Баю, баюшки, баю. Он у меня такой милашка. Совсем тихий, совершенно тихий. Идеальный ребенок. Идеальный. И таких у меня еще четверо. Но чем ближе ты их узнаешь, тем меньше хочется, чтобы они знали тебя. Доброе утро.